привет, с вами Crush in the Game! Воу-воу, всем привет, Crush! Какая у нас очередная игра в Roblox? Сегодня игра, можно сказать, про кейк, про кей-поп! Вау, это сейчас популярная темка! Так, все, я выключила звук, чтобы авторские права там и все такое, потому что в этой игре есть музыка. А музычка, но сопровождается авторскими правами, а потом приходит такой бан! Да. Так что вот так такой вот. Такой бан на аккаунт. Да, что? Если что, все бабки автору, а вам ничего, потому что он придумал вот музыку. Вот. Так, что у нас здесь? Крош, это какая-то баскетбольная площадка или танцпол? Это наоборот, не то и не то. Это, это какой-то это... секта? Нет, вот это знак, смотрите, вот это вот. Смотрите, знаете... Злых духов вызывать? Да нет, папа, знаете, есть такая комната у айдолов, ну это, ну вы поняли, кто это. Это вот эти вот артисты. Идолы, да? Есть, и у них такие комнаты, там, где они могут репетировать свои танцы. А что это вот камера перечеркнута? Что это означает? Это я, смотрите, у меня есть такая функция, типа я поворачиваю вот так головой, и она за мной повторяет. Да? А ну поверни. А здесь у нас же камера не подключена. Я понял. Здесь есть микрофончик, вот так можно попеть. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. И смотрите, сейчас будем тестировать танцы. Можно с камерой или нет будем? Давай без. Да мы сейчас подключим, если подключим камеру, нет, это, я говорю, там звук плохой, да, что-то вот камера дорогая. Вот. А не, я говорю вот такое вот камера. Вау, прикольно, конечно, давай так. А ну что это у него? Матрица замедленная такая. Что она замедленная такая-то? Она разминается, да? Воу, ешь. Папа, это вот танец такой. Понятно. Слушай, ну ноги у нее реально накачанные. Приседает килограмм 200, да. Ладно, так, давай сейчас за Girls. Давай без камеры. Давай. И пока. Сейчас ждем. Можно снимать это вот здесь. И вот, танцуется за Girls. Прикольно? Ага. Так, а давайте сейчас я попробую какую-то песню. О, давайте вот так. Подождите сейчас. Минуточку. Так. Сейчас. Во-хо-хо, что это было? Сейчас вот мы... это она чудит. Подождите, подождите. А можно, Крош, а можно ноги меньше сделать? Они у нее такие большие. Только если выходить из игры, как-то не хочется уже. Да? Да. Сейчас будет тот самый момент, смотрите, я думаю, вы все его видели. Слушай, она как Элвис Пресли танцует. Воу! Ну вот... Ее ноги реально, вот они, непонятно, как они двигаются. Мой самый любимый момент это Association. Вот, Мания. Окей, Крош, ну то есть здесь вот отрабатываешь танцы, да? Это по линиям ходишь, наверное, да? Все совпадает с музычкой. Да. И там музычка немножко. Там есть музыка, но она немножко отстает. Так какую песню давайте? Да любую, какую ты хочешь. А кстати, знаете, как кейк. Здесь... Кейк. Знаете, мы уже танцевали ее. Знаете, как мы можем сделать? Мы можем группой, то есть, смотри, мы можем должно быть 5 человек, ну или больше. И видишь, можно за кого-то танцевать. Например, я буду лучше. И смотри, старт. Ага. И все за свои партии танцуют. Вау, круто. Ничего себе. Да, антитит. А ну давай. Антифрэжил есть, подождите. А, Lovesy Girls, Monster. Сейчас, минутку, хочу поискать какую. Блин, где? А, ну мы с моей подружкой Дашей вчера вот этот Lovesy Girls повторяли. Жаль, что нельзя музыку включить, да? Угу. Я бы показала вам его и все. Так, вот это... А, типа на мне камера, да, сейчас будет. Вот так? О, да. Вот. Ну? Вау, что это такое? Ну, это камера. И вот так она двигается, чтобы... Ну, типа, здесь должны быть девочки. Как от первого лица, да? Не, ну это так на камерах в этом. Ой, а какой вид с окна? Можешь показать? Мне так понравился вид с окна. Вау, горы, ребята, смотрите, какой
Класс, я сам бы в таком, на такой танцплощадке танцевал бы. Вот когда я, когда включилась Gods Menu, я прям такая заденсила сразу. Да? Да. Так, давайте песню, которую все знают. S-класс. Ну да, это точно. Я уже сам ее выучил наизусть, благодаря тебе, крош. Так, и это, вот это ты включила, и она сейчас будет всю песню танцевать, да? То есть уже ты ничего не нажимаешь, она танцует, да? Да. Ого, ё, смотри, как она прямо. Так, ну мы сейчас музычку добавили, как бы, но нельзя, это популярная музыка, авторские права. Ну, петь, напевать, ну попробуй, конечно. Я думаю, у тебя лучше получится, чем у Stray Kids. Конечно, пой, крош, давай, подпевай. Я дальше не знаю. А, ой. Ну я вообще не знаю, как там петь, поэтому давайте еще танцы искать. А давай в другой зал пойдем посмотрим. А нет, смысл какой? Ну что там новенького еще? Да ничего здесь не новенького. Так все одно и то же, одни да. Просто там 5, 6, 7, 8 ну, зал, да, и все. Не один же зал будет. Ага. Да. А зачем столько вот в этой игре столько залов? Ну ты зашел, потанцевал, да и все. Папа, чтоб каждый человек зашел, смотри, человек же может зайти в этот, и мы можем танцевать типа всей группой. Ну-ка, ну а здесь на этом ты зашла на сервер, здесь никого нет. Потому что это випка. А, ты на зайти на общий? Давай на общий зайдем, посмотрим, как народ. Вот, кстати, как называется Vision Redent Studio. Давай, заходим. Какая здесь азиаточка классненькая. Давай на сервак такой, там где вообще перезагружено, все нагружено. Вот, нормально. О, и ты можешь присоединиться к ним полностью, повторять танец, можешь, да? Ну, если только это. Halloween Goodies, так. Они вот уже что-то танцуют. О, смотри, поет, шевелится что-то. Почему-то мне The Feels пришло в голову. Так, ладно, давай еще здесь потанцуем, да? Давай здесь. Так, давайте потанцуем. Хайрин Эвенджи, все, меня пригласили. Все, тебя пригласили, и мы приняли здесь, приглашение, типа, танцуем. Подожди, сейчас должны нажать. А, они кого-то выбирают, чтобы Даниэль. Угу. Ребят, кому нравится эта игрушка? Я хочу свою бяску! Ура, ставьте лайкосики! Ура, я стала своей бяской, ура! Кто играл в эту игру, можете написать комментарий. Пиши я! А, мы с ней вместе танцуем? Не двигайся. А, все, это мне. Это мне. А что не двигаться? А, это типа в ряд встать нужно. Ну, давай, вставай ряд. А не сильно близко, может, чуть дальше? Вот так лучше. Вот так, да, давай. Ну и как сейчас? Каждый танцует, что хочет? Нет. Сейчас... О, вот, Лока. Я Юна, но ничего страшного. Вот. Не двигаемся. Подожди, мне кажется, я... Да, опять какой-то глюк. Эта игра очень лаганая. Да, почему? Задела. А, то есть она задела, типа, ее, и вот она не танцевала. А, я поняла. Это она сейчас делает нам все предложение. Так, подожди. А, сейчас я хочу дать вот так. Потом Happy Girl, еще ей. Сейчас я хочу написать. Так. А вот я ей забыла дать. Я просто... вы, наверное, спросите, зачем я всем даю запрос, да? Да, зачем? Потому что круто так. А, вот, это она написала, все. Я уже испугалась, что это... Да, все.
Сейчас будем танцевать. О, вот. Ура, я Рюджин. Я Рюджин, ура. Угу. Ура. Я Рю. Крош, ну, все тогда, да, начали, да? Да. Ой, что это все они на месте? Это так должно быть, да? Да. Это у них такой танец. Так. Вроде неплохо получается, да? Да. А, они заново начинают. Ага. Потому что... Я вижу. Все, я вспомнил, как Stray Kids так танцевали. Так это не Stray Kids, это вообще женская группа. Ой, G-Idol. Это не... Это Itty. Серафим? Это Itty. 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 Я же говорил, что все вот эти женские группы, все как одни, да? Нет, похоже, папа, не? Они все по внешности разные. Ну, как бы мне смотрится, вроде как все похожи. Блин, я не могу подвинуться. Меня просят подвинуться. Не можешь? Нет. А что, оно зажимает как прям, да? Ну, то есть фиксирует, да, камера? Да. Слушай, реально прикольно, Крош, что прикольная игрушка, ребят, скажите. Так, вау, как они делают круто. Я не могу за ней, я не могу. Мы не можем идти. Вообще ты не можешь двигаться? Ура! Так. А, вот заходим в этот зал. Выбурим им танец, капец, выруби, ура, что-то такое. Да что это... там пишут такие негативчики, а? Папа, ты это, смотри, это... А это не негативы, это просто, типа, мы не могли двигаться, поэтому нужно было выключить танец, чтобы мы могли двигаться. А, все, я понял, сама музыка, да. От друга подальше чуть-чуть. Когда включается танец, короче, ну, движение ограничивается, да, правильно? Да, у двух человек, они могут ходить, а два нет, или три. Окей. Так, все. Ну, давай, Крош. Начинаем? Начинаем. Да, блин, Диана какая. Диана, давай, все, бери танец. Давай, или я. Я не знаю, вообще... Сейчас, может, я буду делать? Так, Крошечка, ну? Делаю. Что мы ждем? Да кто? Ready, go! Да кто? Мне? Давай, запускай, короче. А, нет, все. Меня пригласили. Вот. Так, погнали. А там девочка осталась. А, да, тебе там девочка осталась. Сейчас. Короче, а куда они разбегаются? Да потому что у них зал не получается делать. Они в 8-ю комнату зашли, попробуем сейчас, да? Да, а мы в этой и были, мне кажется. Так, ну давай. Я не могу двигаться. А, могу. Все, давай, Крош. Какой здесь крутой? Кто ведет кисик? Первый? Ты запускай танец, короче. Кто ведет? Или кто? Нет. Ха-ха-ха, напиши, кто ведет. Запускайте. Кто ведет? Кто запускает? Запускает. И мы общаемся по чату, потому что это вообще незнакомые девочки. О, я Инчи. Ты запускаешь? Не я. Она? Воу! Загорают, да? Вообще прикол. Ну смешно, реально. Это все, ты уже не контролируешь, да, Крош? Да. Запустили, все привязались и все. Мы такие просто смотрим, да, на эту девочку. Ага. Хай, горбос. Так, ну что?
Давай, Крош. Кстати, вот эти вот девочки, смотрите, Диана, нижнее подчеркивание, 202-315, если ты смотришь это видео, и все остальные девочки, то большой вам привет. Да. Итак, с вами был... Crush It Day Game, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! И не пропускайте наши новые видосы. Да! Всем пока! Пока!